Всем привет, друзья! Меня зовут Сергей Жигалко. Сегодня я хочу вам продемонстрировать ручной прессовочный насос, который позволяет проверять системы под давлением до 160 бар. Вот так он выглядит. На самом деле это самый простой китайский опрессовочный насос. Продается под торговой маркой Brexit. Модель у него называется BT-160. Комплектация. Сам насос и гидравлический шланг. Я не знаю, что мне вам про него рассказать. На самом деле это самый популярный ручной насос. Мы торгуем этим насосом с 2002 года. Никто не приносит ремонт. Все просто, лаконично, недорого, как китайцы любят. Даже если забьется, берете проволокой и прочищаете его. И еще могу сказать, он продается во всех странах под разными цветами, под разными торговыми марками. Он правда очень популярный. Популярнее, наверное, прессовщиков просто не бывает. Если у вас остались вопросы, позвоните к нам по телефону. Наши консультанты с большим удовольствием ответят вам на все интересующие вас вопросы. Под этим видео я оставлю ссылочку, пройдя по которой вы сможете посмотреть стоимость этого насоса. Пока. Если у вас остались вопросы, звоните к нам. И гидравлическое масло. Да, Серега. Я надеюсь, последнее видео.